По статистике 2023 года в Тверской области физкультурой занимается 552 тысячи человек. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Тверьстат. А все благодаря тому, что ежегодно открываются новые спортивные сооружения. Проводятся социальные проекты, направленные на популяризацию спорта. Одним из них является акция «Дворовый тренер», в рамках которой занятия проводят профессиональные спортсмены. В Твери спорт стремительно набирает популярность. Свою лепту вносят депутаты Тверской городской думы, организуя различные мероприятия для школьников. Например, сдача нормативов ГТО и проведение мероприятий в рамках всероссийского проекта «Дворовый тренер». Это очень актуально в современном мире – активное вовлечение детей в занятия спортом. Как врач, я считаю, что любые занятия спортом – это прежде всего профилактика. Профилактика заболеваний, укрепление иммунитета. Солнце, воздух, вода и спорт – наши лучшие друзья. Основная цель федерального проекта «Дворовый тренер» – привить молодежи любовь к здоровому образу жизни. Занятия проводятся профессиональными спортсменами в Твери. Педагогов уже много лет предоставляет спортивная школа Олимпийского резерва по футболу. Очень хорошее мероприятие «Дворовый тренер». У нас, в принципе, ребята более старшего возраста принимают участие, тренируют детишек. Ребята приходят и показывают свои навыки, проводят тренировки именно с обычными ребятами со двора, которые еще не посещают школы спортивные. 27 июня на базе 37-й школы города Твери проходят занятия по футболу и физической подготовке. В дальнейшем планируется расширить масштаб проекта. Сегодня мы на базе школы номер 37 открываем новый сезон «Дворового тренера». Мы хотим на самом деле в каждом районе точку, чтобы все желающие могли прийти и бесплатно поучаствовать в этих мероприятиях. Принять участие в проекте «Дворовый тренер» могут все желающие горожане.